В Москве на улице генерала Белова сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с московскими коллегами задержали с поличным участников организованной преступной группы, подозреваемых в подрыве банкомата. Злоумышленники использовали газовоздушную смесь. Размер ущерба мог составить более 10 миллионов рублей. Задержанными оказались два жителя города Москвы, уроженцы Средней Азии и Северо-Кавказского федерального округа и один гражданин Республики Таджикистан. Возраст злоумышленников от 27 до 39 лет. На данный момент установлена причастность подозреваемых к еще двум эпизодам подрыва банкоматов, ранее совершенным на территории Москвы. Один из них был произведен в июле этого года на Новочеркасском бульваре. Тогда банку был причинен ущерб в размере около 7 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу в особо крупном размере.